Ой, что же мне теперь с вами делать? А там их еще с десяток маленьких. Красивые, хорошенькие. Что вот это? Одну Иринке подарила. Остальные кому подарить? Ну что, взяла? Взяла. Что взяла? Эфирные масла от 175. Да ладно. Вот Алинка налепила новую партию. Сейчас будем обжигать. Обжигается это дело целый день. Потом я вам покажу, что получится из этого. Ну что, мои дорогие, пойдемте со мной прогуляемся. Посмотрим, как живет вечерний Черноморск, а может и ночной. Как фишка ляжет. Пошли, погуляем. Спасибо. Завидовалась. Вот молодцы девчонки, деньги зарабатывают. Ну вот не мое это. Я могу только делать. А вот это, еще с детьми тут вот это целый день. А девчонки молодцы. Ну сколько? Вот это вот.
Сюда, мама. Мама. Так, ДТП. Мама, ну что я хочу сказать? Сами видите. В кафешках сидят. Авокадо так забито. Ну, авокадо, оно и, в общем, приличное заведение. И кухня там все-таки неплохая. Да. Народ гуляет, отдыхает. Как может. Как может. Надо ведь сказала. Ой! Чуть не задавили. Конечно, развлекух-то особенных в Черноморске нет. Ну так, кто любит вот такой семейный отдых. С детками, чтобы спокойно было. То очень даже, наверное, неплохо. Не знаю, правда, я в Крыму не отдыхала. Ну, вот единственное, собственно, современное аттракциончик такой, да. Моя песня. Ну, что-то маловато желающих. Точнее, нет совсем. Ребенка подвесили. Молодцы. Никто не хлопает. Ну что ж такое, у меня руки заняты. Я залез на шею человеку. Да, человек? Купаются люди. Сколько же на этом ихтиандре
за столько лет сидела детских поп. Такие мальчишки трогательные. Вот, мои дорогие, собственно говоря, мы прогулялись, посмотрели. Спасибо вам, что со мной походили, посмотрели, погуляли. У отдыхающих своя жизнь, а у нас своя. Сейчас заедем в магазин и домой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому понравилось. А, это вот кафе офицерское. Оно круглый год работает. Надо на шиномонтаж ехать. Но сервис у них на заправках просто отсутствует. Так, что здесь такое происходит? Непонятно. Мужчины, а чё очередь такая? За газом. Господи. Мы уж испугались. Думали, все. За газом. Много машин на газу. Вон, видишь, как у нас поп объехали это. Ну и пока-пока, мои дорогие. Всем привет.